Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы продолжаем играть в аквапарк котика Тома. Ребята, ну что, продолжаем наше строительство и посмотрим, какой же квест будет ждать нас сегодня. Кстати, ребята, посмотрим. Достигни 77 уровня, чтобы начать новый квест. Окей, что у нас здесь осталось? У нас осталось всего лишь 2 уровня. Пойдемте, ребятки, вперед. Попробуем их пройти и начать свой новый квест. Ребята, а вы уже играете в эту игру? Кто играет, ставьте лайк. И, конечно же, друзья, не забудьте подписываться на наш канал. Так, ой, как же нам добросить Анджелу? Ой, давайте бросим вот эту. Отлично. И Джинджера, наверное, бросим так же само. Круто, остался Том. И, ребятки, у нас есть еще один бассейн. Привет, Том! Мы очень рады тебя сегодня видеть. И мы вот так вот справились очень легко с Хэнком. И у нас остался Джинджер, Том и Анджела. Кстати, смотрите, друзья, какой прикольный очень бассейн. Он в форме какого-то Мишки или Микки Мауса, правда ведь? Так, ребятки, она как... Ой-ой-ой-ой, а что это я сделала? Ай, нет-нет-нет-нет-нет. Давайте попробуем снова. Блин, я закрыла, взяла. Вот это да. Вот это я, как я могла. Блин. Ну ладненько, пройдем еще разочек. Думаю, нам это будет несложно сделать. В принципе, отлично, все у нас получается. Ребята, на каком уровне уже вы в этой игре? Пишите мне в комментариях. Так, и Джинджера отправляем в следующий второй бассейн. Кстати, осталось всего лишь 2 выстрела, ребята. Не знаю, конечно же, нам их, наверное, не хватит. Но, естественно, в принципе, очень много героев в этом бассейне. Мы берем дополнительные 3 выстрела. Справляемся, давайте, с Джинджером. Так, отлично. И снова берем еще дополнительные выстрелы. Так. Том. Ой, еще выстрелы. Ого, вот это да. Да, сложненький такой выпался нам бассейн сегодня. Но, тем не менее, мы его прошли. Итак, у нас есть 2 ключика. Нужен еще один для того, чтобы продолжить, ребята, наше следующее строительство. И, в принципе, еще один нужен уровень, чтобы начать наш новый квест. Так что... давайте, ребятки, пройдем этот бассейн. Кстати, он у нас здесь один. И смотрю, что он, ну, не очень сложный. Так что, ой, так, мешает эта звездочка мне очень. Так. И у нас остались Бен, Анжела и Том. Есть, с Анжелочкой мы справились. Берем еще выстрелы. Попробуем справиться Томом, ребята. Так, и еще выстрелы. И остался, в принципе, один Бен. Все, круто, ребятки. Есть, у нас есть еще один ключик. И есть уже 77 пройденный уровень. Так, с чего же нам начать? Смотрите, достигни 85 уровня. Осталось 20 секунд. Ого, это наш новый квест? Так, 85 уровня. Ничего себе. Ну, давайте, ребята, попробуем, конечно, пройти. Так. Что же нам делать? Давайте, ребята, сразу продолжать проходить уровни, потому что пока мы начнем строиться, не хватит нам времени, вернее, закончится время нашего квеста. Так, отлично. Сейчас справимся с Джинджером. Круто. Осталась у нас Анжела, в принципе, и остался Том. Так, и это будет наш 78-й, по-моему, уровень. Правда, ребятки? Так, 78-й. Идем на следующий уровень. Да, ребята, ничего себе. Вот это... бассейны. Так, начинаем. Вперед, ребятки. Не забываем, что у нас мало времени. Кстати, очень клевый бассейн. Очень интересный. Он у нас вот такой цветной. И каждый раз после каждого удара героем, ребята, у нас они меняются. Смотрите, как прикольно.
Так, давайте со стулом справляться. И, в принципе, друзья, ничего сложного здесь уже я не вижу. Только нам нужно отправить вот этого вот героя вот эту вот волшебную трубу. Есть, получилось. Вот так вот. И остался у нас один герой. Давай. Ой, Бен, все круто. Мы летим в следующий бассейн. Ого, давайте, ребята, возьмем единорога и попробуем сделать вот так вот. Ой, как неудачно, блин. Как жаль. Ну, ладненько. Справляемся своими силами. Хотела как лучше, друзья, а получилось, в принципе, как всегда. Так, давайте бросим Тома. Отличненько. Угу. Давайте Анжелу. Кто следующий? Бен. И, друзья, давайте Том. Ребята, как вам эта игра? Кому нравится, ставьте лайк. Так, и... Ого, я даже не знаю, ребята. Попробуем вот так, конечно. И берем дополнительные выстрелы. Бен и Анжела и Том, в принципе, остались. Все, Анжелочка. Есть. Замечательно, ребятки. Так, идем на следующий. Какой? 79-й. Быстрее, очень мало времени осталось. Так. В принципе, ребятки, у нас нам давали время, скорее всего, не 20 секунд, а 20 минут. Так что у нас, в принципе, есть еще время, и думаю, нам его хватит, чтобы мы прошли этот квест. Хотя не знаю, друзья, посмотрим, как мы быстро и шустро справимся с этими всеми заданиями. Так, есть, конечно, бассейны легкие. А есть и очень-очень сложные. Так, все, в принципе, остался у нас один Хэнк. Но он у нас никак не хочет вылетать с этого бассейна. Привет, Хэнк. Давай, у нас мало времени. Так, справляемся. Отличненько. У нас все круто получается. Какой прикольный красный нос у Бена. Ребята, вы видели? Очень смешной. Так, дополнительные выстрелы. И остался снова один Хэнк. Так, последний выстрел. Есть, ребятки. Да что такое? Ничего не пойму. Ну, нет ходов. Так я же все... Ну, и с кем мне? Как-то так что-то случается, правда, друзья? И это уже не первый раз, кстати, у меня. Так, разбиваем. Вот так вот. Перчик. И давайте еще один перчик. Отличненько, идеально. И осталась одна Анжела, ребята. Мне кажется, это очень легкий бассейн нам попался. Кстати, здесь у нас в этом уровне 3 огромных бассейна. Думаю, мы с ними, конечно же, справимся. Ой. А, мы прошли. Ура, мы прошли. Мы прошли все 3 огромных бассейна. И идем дальше. Ну что, ребята, осталось, в принципе, 5 уровней. Ого, ух ты ж, как клевенько. Смотрите, какой прикольный бассейн. И как много здесь героев, которые расположены очень-очень удобно, ребят. Так, а, кстати, бассейн, посмотрите, ребята, он вам что-нибудь напоминает? Напишите мне в комментариях, на что похож вам этот бассейн. А я скажу, на что похож мне. Он не похож. На конфетку. Так, есть, ребятки. Есть один бассейн, еще один уровень. И идем на следующий, 81-й. Так, у нас осталось чуть меньше 15 минут. Вау, клево, смотрите, какой у нас уровень, ребятки. Итак, у нас футбольное поле, футбольный бассейн. Нам дают минуту 15, нам нужно забить 15 голов. Ну что, поехали. Думаю, мы справимся. Первый гол есть. Отлично, второй. И у нас футболист Том. Кстати, очень быстрый, крутой Том у нас. Надеюсь, ребята, у нас все получится. В принципе, уже у нас 5 мячей есть. 6-й забитый.
Так. Давай, давай, Том. Постараемся и забьем все 15 мячей. Есть седьмой. Отличненько. Так. Есть восьмой. Классно. Ребята, а вам понравился футбол в аквапарке? Пишите мне в комментариях. Мне, кстати, очень-очень понравился футбол. Мне очень нравилось играть и проходить уровни в этом чемпионате. Так, еще-еще. Осталось, ребятки, нам два мяча. И у нас очень-очень мало времени. Итак, последний мячик. Том, давай. Как же нам его забить-то? Блин. Ай, есть. Ребятки, на последних секундах. И наш Том забивает 15 мячей. Классно. И мы проходим еще один уровень. Круто. 82-й. Поехали. Так, ребятки. И что у нас? У нас здесь один бассейн. Это очень хорошо. Так, отлично. И осталась Анжелочка. В принципе, с которой мы... А, ребятки, у нас здесь два бассейна. Ого. Так, летим во второй бассейн. Ой, пропеллеры. Как они мне не нравятся, эти пропеллеры. Ну вот, ребят, смотрите, разделила я Тома, блин. Так, есть, отлично. Давайте справимся с Анжелой. Круто. И попробуем аккуратненько справиться с нашим Хэнком. Нет, ребятки, аккуратненько никак не получилось. Потому что эти пропеллеры... Ну вот, и этот раз такое самое. Разделяют все-таки. Так, давай, есть. Вау, вот это да. А ну, ребятки, удастся или разделим мы? А, все-таки разделили. Берем дополнительные выстрелы. Что же нам сделать, ребят? Я даже не знаю, как так осторожненько. Опа, чтобы не разделить. Вот так вот. И сильно сейчас попробуем бросить. Все, круто получилось, ребят. Еще один уровень пройден. Ребятки, к сожалению, время у нас заканчивается. Я даже не знаю. Ну, давайте все-таки попробуем пройти эти уровни, которые у нас остались. Хотя, возможно, это будет очень-очень долго. Так. У нас, ребятки, осталось 3 уровня для завершения квеста. Очень бы хотелось их пройти вместе с вами. Но, ребятки, наверное, по времени я никак не успею. Так что, ребята, давайте, наверное, встретимся мы с вами в следующей нашей серии. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до скорых встреч, друзья!